наши гости не ели. А теперь же сказать могу честно, понапрасну я хвастать не стану. Я мужик в Епифании известный, и к тому же зовусь Епифаном. А еще огородник я знатный, хоть возьми помидоров, хоть огурчик. У меня весь товар ароматный, для закуски что может быть лучше? И когда вы наполните чарки... Hvala dvojcu iz Rusije, da ste se danes predstavili tukaj. Prosimo za en aplauz.